17 февраля вечером к нам поступил ребенок в наш СРЦ «Маячок». Его привезли представители правоохранительных органов. Были соблюдены все стандартные процедуры. Ребенка, конечно, в первую очередь осмотрел медицинский работник. Ну и дальше пошло оформление. После этого предложили покушать ребенку, ну, немножечко перекусил. И я думаю, что в связи с стрессом быстро уснул. Поиграл немножко в группе и уснул ребенок. В субботу к нам обратилась сестра пострадавшего для того, чтобы забрать ребенка. Они прилетели из Хабаровска. Мы, конечно, оказали всю помощь. И после того, как папа ребенка пришел в себя, он подписал соответствующие документы. И родная тетя приехала в этот же день и забрала ребенка. Мы помогли им с размещением на ночь, организовали полет на следующий день. И в воскресенье утром они уже улетели. То есть тетя и ребенок в город Хабаровск. Ребенок нормально. Ну, в соответствии, понятно, что ситуация не очень понятная, но совершенно адекватно, спокойно. В субботу утром он проснулся, покушал, играл с детьми и вел себя спокойно. Всю ночь спал. Вообще все хорошо.